Губернатор Дмитрий Азаров поручил организовать медосмотр каждого ветерана в регионе. К работе привлекли не только врачей и специалистов, но и волонтеров-медиков. Глава региона контролирует ситуацию лично. Александр Борисович, я поручаю самым пристальным образом отнестись к ежегодным осмотрам ветеранов, разобраться вот по тем обращениям, которые, присаживайтесь, пожалуйста, Владимиру Ивановичу поступили. К этой работе мы должны приступить с завтрашнего дня. И все это должно поставлено быть на учет.